Центральная детская библиотека одной из первых в Самаре стала модельной. Теперь это место не только для чтения. Сюда приходят за самыми яркими эмоциями. В пространстве нередко проводят мастер-классы и фестивали. На полках свежая качественная литература, а в новой медиатеке доступ к крупнейшим электронным библиотекам России. Все это благодаря нацпроекту «Культура» и средствам городской казны. В будущем так смогут выглядеть большинство библиотек Самары. Все библиотеки будут приведены в порядок. И такие вот образцовые, конечно, они должны быть именно в таких больших масштабах, где, еще раз повторюсь, есть места, где люди могут посидеть, провести какие-то мероприятия, провести творческие встречи. Во время выездного комитета депутаты городской думы и члены молодежного парламента также посетили библиотеки, которые планируется отремонтировать. На улице Аэродромной 58 сразу два таких пространства для детей и для взрослых. Посмотрели те проблемы, которые существуют в наших библиотеках, для того, чтобы определить определенные цели и задачи для дальнейшего включения в бюджет и реконструкции и проведения капитальных ремонтных работ. С 2019 года в Самаре создали 4 модельные библиотеки. В ближайшем будущем их количество может вырасти благодаря нацпроекту «Культура». 3 новые библиотеки появятся в разных районах города, чтобы как можно больше жителей смогли посетить современные пространства. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.